Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Ларри Лисил. Композиция называется «Поэза о двух листьях». Музыка исполнения Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Я кружусь листом осенним, ветер не дает упасть. В небе цвет прозрачно-синий, в нем не пропасть. Ты же все еще на ветке, листик мой зеленый. Наши встречи очень редки, наши встречи очень редки. Я лечу в тебя, влюбленный. Ты же все еще на ветке, листик мой зеленый. Наши встречи очень редки, наши встречи очень редки. Я лечу в тебя, влюблённый. Я лист зелёный, я на ветке, а ты багряный, ты в пути. Мы видимся, увы, так редко, но от тебя мне мы видимся, увы, так редко, но от тебя мне не уйти. Ты подлетишь порывом ветра и позовешь с собою вдаль. Я не могу сорваться с ветки, но и остаться очень жаль. Могу сорваться с ветки, но и остаться очень жаль. Ты прилетай скорее снова, я повзрослею под дождем и в синь небесного покрова. Мы полетим тогда вдвоем и в синь небесного покрова мы полетим тогда вдвоем. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкальная композиция «Экспромт», поэза о двух листьях. Стихи поэтессы Ларри Лисил. Музыка исполнена Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия».